По данным СГК, 60% тепловых сетей в Барнауле изношены. Это 700 километров. Плановые работы по перекладке труб уменьшить это количество не позволяют. Изменить ситуацию должен инвестиционный проект сибирской генерирующей компании. Что в будущем уверенно гарантирует барнаульцам качественное теплоснабжение, ситуацию необходимо переламывать с помощью увеличения объемов перекладок тепловых сетей. Проект рассчитан на 10 лет, его стоимость 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Стартовал он уже в этом году, в 2019-м переложили 3% тепловых сетей. Для сравнения, в прошлом это был всего 1%. Однако полностью заменить старые трубы за 10 лет не получится. Проект должен только сократить процент изношенных. Каждый участок старых труб – это потенциальная авария. Для того, чтобы 700 километров сегодня взять и заменить, необходимо, по нашим оценкам, от 23 до 25 миллиардов рублей. И даже если эти деньги у нас появятся, физически выполнить перекладку сетей в 1, 2, 3 года невозможно. Обратно же, по нашим оценкам, необходимо будет 15 лет. В следующем году сибирская генерирующая компания заменит еще 30 километров теплосетей. А большую часть работы по проекту компания планирует выполнить в течение 5 лет. Иван Горбатов, Михаил Никульшан. Новости.